Овсяное печенье по советской рецептуре, но с применением современных технологий. Уже 25 лет в Люберцах работает кондитерское предприятие «Полет», которое считается одним из ведущих производителей сдобной продукции на территории Москвы и Подмосковья. Наша съемочная группа увидела, как создают полезное лакомство. Это последний этап упаковки кондитерской продукции. Робот складывает в коробку пачки овсяного печенья, но этому предшествовал большой производственный процесс. Замесы, формовка теста, выпечка в трехзонной печи, охлаждение продукта. И перед тем, как попасть к потребителю, каждое изделие проходит тщательную проверку. Начинается все от входного контроля сырья. Контролирует у нас лаборатория, входной контроль осуществляется. Сейчас мы не нуждаемся в зарубежном сырье, обходимся нашим российским. И наши российские производители шагнули на шаг вперед и по качеству сырья. И само предприятие, в свою очередь, тоже шагнуло вперед. Здесь задействована современная техника, которая значительно облегчает производственный процесс и, по сути, заменяет человеческие руки. В далеком 98-м, когда компания только начинала свой путь, о таком можно было только мечтать. У нас было совсем маленькое производство, и вот за 25 лет мы пришли к роботам. Люди почти не касаются руками нашего продукта. Поэтому продукт безопасен, продукт вкусный. Делаем мы его исключительно на изюме. Ароматики искусственной там нет. Там есть натуральная ароматика винограда Изабелла. Кроме овсяного печенья, предприятие производит около 40 наименований кондитерских изделий. Кексы, пряники, слоеный десерт, зефир, а также продукцию без сахара. География продаж – вся Россия, а также страны ближнего и дальнего зарубежья. И не раз это предприятие попадало и становилась победителем во всех конкурсах, тех, которые проводят и Минпромторг, и правительство Московской области. Поэтому мы, конечно, благодарны и руководству, которое много лет назад задумалось и выбрало Люберцы для создания этого предприятия. Конечно же, есть планы по развитию. Мы всегда будем поддерживать производителей и, конечно же, всегда приглашаем наших жителей, особенно молодежь, чтобы посмотрели на то, что расположено рядом с домом. В прошлом году компания построила новый складской комплекс. В результате округ получил 45 новых рабочих мест. На сегодняшний день здесь трудоустроено более 300 человек. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.